Предложения по изменению Рязани к лучшему звучат в каждом докладе, ведь выступающие – будущие социальные предприниматели. Они уже нашли острую проблему и готовы взяться за ее решение. Защита проектов проходит в рамках форума социальных технологий, который организовал Рязанский государственный радиотехнический университет. Опыт, приобретенный в результате наших мероприятий, все равно окажется очень и очень важен, потому что он важен и в научной работе, и в конструкторских разработках, и в преподавательской деятельности. Этим все пронизано. Форум стал заключительным этапом молодежного коворкинг-центра социального предпринимательства. Летом РГРТУ выиграл грант Росмолодежи на его проведение. Более 3 месяцев 310 студентов посещали образовательную программу и разрабатывали собственные бизнес-идеи. Уже в этом году было привлечено федеральных средств из федерального бюджета более 15 миллионов именно на реализацию социально значимых проектов. Уверен, что с учетом работы данного коворкинга и эта сумма, и количество социальных проектов. Свои идеи молодые инноваторы разрабатывали в рамках 5 номинаций. Это «Моя социальная инициатива», «Мой профессиональный выбор», «Мой город, мой дом», «Мой вуз» и «Моя разработка». 40 лучших проектов предстали на суд экспертов. У пожилых людей, у людей с проблемами, у людей, которые испытывают какие-то жизненные трудности и не могут найти ответа в официальных государственных региональных органах власти, они получают этот ответ у тех энтузиастов, которые занимаются проблемами социальной поддержки, социального предпринимательства граждан. Среди членов жюри – профессора и действующие предприниматели. Те, кто не понаслышке знают обо всех трудностях ведения бизнеса. Одним из экспертов стал Виталий Суслов, лучший предприниматель России 2018 года в номинации «Социальное предпринимательство». Он точно знает, о чем нужно спросить и по каким критериям выставлять оценки. Самое главное, чтобы это была финансовая устойчивость. После финансовой устойчивости или наравне с финансовой устойчивостью должна быть грамотная команда специалистов, у которых есть результат, потому что без результата не будет финансов. Форум продлится 2 дня. Помимо защиты проектов, на площадках Рязанского государственного радиотехнического университета пройдут мастер-классы и круглые столы, а также стратегические сессии, которые помогут участникам глубже погрузиться в проблемы региона и вывести свои проекты на новый уровень. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».